На базе всех школ города над Бугом работают детские лагеря, где проводят свои летние каникулы ученики начальных классов. Именно на таких ребят и рассчитаны акции по профилактике детского травматизма на дорогах. Ведь кому, как не школьникам, необходимо четко знать правила дорожного движения и то, как себя нужно вести в определенных ситуациях на дорогах. Брестская областная госавтоинспекция на протяжении 5 лет в июне месяце устраивает ребятам экскурсию в управление и приоткрывает для учащихся завесу тайны своей довольно непростой, но интересной работы. Уже на протяжении 5 лет особенно мы делаем акцент в период летних каникул. Почему? Потому что большое количество деток и, как говорится, в первую очередь это разбавляем их досуг. И во вторую очередь это в какой-то степени и профилактика детского травматизма, потому что сотрудники госавтоинспекции проводят с детьми профилактическую работу о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Таких мероприятий нужно проводить побольше. Мы так и стараемся. Я считаю, неоспоримая польза детям, особенно младших классов, очень интересно попасть. Им вызывает жуткий интерес попасть вот в само здание, еще посмотреть какие-либо вот именно показательные выступления. То есть польза огромная. Программа «Дня открытых дверей» в этот раз была весьма насыщенной, включала несколько этапов. Ребята посетили дежурную часть и узнали, как работают инспектора-диспетчеры. Затем увидели процесс изготовления дорожных знаков. Позже школьников также ожидало знакомство со специальной техникой, патрульными автомобилями и приборами фото- и видеофиксации. Завершающим этапом экскурсии стало показательное выступление спецподразделения ОМОНа и демонстрация захвата преступника. Все участники мероприятия получили массу впечатлений, несмотря могли скрыть своих эмоций. Я впервые участвую в этом мероприятии. Мне понравилась машина, оружие, костюмы. Я хочу прийти сюда опять. Мне здесь очень понравилось оружие. Папа выписывает газеты на страже. Смотрел только в газете это оружие, а сейчас потрогал его вживую. Понравились машины, хоть я не впервые вижу эту машину, потому что папа за мной заезжал на машине. Но тоже было интересно помигать. Дни открытых дверей, проводимые сотрудниками госавтоинспекции, безусловно, важны и необходимы. Не исключено, что после подобных мероприятий у кого-то из ребят возникнет желание стать инспектором дорожного движения. И через несколько лет мы встретим их на улице, только уже не в школьной одежде, а в форме сотрудника ГАИ.